2016 год стал для Атырауской области знаковым в вопросе энергообеспечения. Впервые в истории регион стал полностью энергонезависимым. В условиях постоянного промышленного роста это является важным базовым фактором. Во многом благодаря именно этому стало возможным открытие десятков новых объектов. Мощности Атырауской ТЭЦ в этом году достигли 314 мегаватт. Впервые в своей истории регион стал энергонезависимым от внешних поставщиков. Полностью обновили электросетевое хозяйство области. Строятся новые и капитально ремонтируются подстанции. В результате удалось увеличить пропуск электроэнергии на 53%. Общая протяженность воздушных линий электропередач в области достигла 10 тысяч километров. За последние годы в нашей ТЭЦ были введены в эксплуатацию 4 паровых котла мощностью по 220 тонн, 3 турбины электрической мощностью по 25 мегаватт и 1 турбина мощностью 100 мегаватт. Доступная электроэнергия позволяет региону и дальше открывать новые предприятия. По государственной программе индустриализации реализуется 49 инвестиционных проектов на общую сумму 3 триллиона тенге. Кроме того, регион является лидером по темпам жилищного строительства. Только для молодых семей по программе ЖАСУ ТАУС давно 12 тысяч квадратных метров. Развивается социальная сфера. Только с 2000 года объем электроэнергии, который получают наши потребители, увеличился вдвое. С 1 миллиарда до 2 миллиарда киловатт-часов в год. А общее число потребителей выросло на 77%, достигнув 168 тысяч. Но главное, у региона практически неограниченные перспективы в снабжении электроэнергии, говорят эксперты. Учитывая динамику развития региона, энергетики приступили к монтажу еще одной газотурбинной установки мощностью 60 мегаватт. Это позволит и дальше развивать промышленность и социальный сектор в области. Талгат Кигулов, Тимирлан Султангазиев, Атырауская область, Хабар 24.